Мишени распределены, оружие наготове. Участники чемпионата на огневом рубеже. Теперь главное сконцентрироваться и с 25 метров поразить цель. Маргарита Егорушкина служит в наркоконтроле уже более 15 лет и уже больше 10 участвует в соревнованиях. По ее словам, хорошая огневая подготовка – одно из важнейших качеств каждого правоохранителя. Основная задача, так наравне с физической подготовкой, с легкой атлетикой, с какими-то еще видами, да, спорта, это основная обязанность сотрудника не только наркоконтроля, а всех правоохранительных органов России. Чемпионат России по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников ФСКН проводится ежегодно. В этом году участие в нем принимают более 40 команд, в каждой по 5 человек. Стрелять приходится из нескольких видов оружия – пистолета, автомата и снайперской винтовки. Вся изюминка в том, что каждый выстрел должен быть сделан практически с ювелирной точностью. Мы всегда действуем в преддверии вооруженного или оказания нам вооруженного сопротивления. Поэтому наш сотрудник должен уметь, помимо того, чтобы быстро извлечь оружие, но и метко поразить цель. Опять же, не убить, а поразить, то есть нанести минимальный урон здоровью человека. Чемпионат России по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников ФСКН продлится 4 дня. Алина Чемерис, Павел Баймаков, Максим Гусев. События.